Замена щеток на Моби Дике. Видите, порвалось. Легко и просто. Я на отвертку глянул и сегодня встретил одного знакомого. Он говорит, у меня в ушах такие пробки, что я не выдержал, взял отвертку и выковыривал отверткой пробки. А сегодня сходил в больницу, промывал. Ёханый бабай. Да. Кстати, мои девчонки полюбили процедуру. Это свечи такие есть специальные, ушные. Ага. И это, поджигаешь их, ну там надо смотреть. И они за счет вакуума вытягивают. А-а-а. Дофига вытягивают с этой серой. У нас у Тёмы как-то что-то было с ушами, он ходил, ему промывали, про это. Оригинальные, да? То, что, что это? Ну, как положено. Все целенькое. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!